Ми хочемо, щоб ви вийшли і поділилися цим. Свідоцтво про те, що я побачив на цьому тижні, що заповістився. Андрій почне. Потім, якщо буде двоє, троє ще. І пізніше будемо ще свідоцтвами ділитися. Великий Господь. І Він добрий в усі часи. Ви знаєте, пару років тому ми робили ремонт в дитячій кімнаті. І плити були там настільки покручені. Ну знаєте, як при савдепі клали плити. Особливо, як не то, трошки людина ще випивши, то там ну, рівень вже складно поймати. Ми поклали стільки шпатлі, щоб вирівняти ті плити. Це було щось страшне. Вчора телефонує мені номер, незнайомий, підіймаю, це сусідка. Каже, слухай, у вас там, каже, наверху, в квартирі, прорвало, каже, батарею, у вас там затопило. Ми до вас не можемо достукатися, у вас нікого вдома немає. А я ще не розмовляв з дружиною, дружина вдома, тільки з роботи прийшла. Я набираю, кажу, слухай, ти подивися. Вона пішла, каже, у нас все сухо, все нормально. Квартира зразу над нами, де прорвало. Каже, сусідську квартиру затопило, там геть вони і поліцію викликали, через поліцію шукали ті, що затопили. Що виходить? В свій час, 1971 рік, будують цей будинок. Господь в своїй досконалій мудрості знає, що майже там через 40, через 50 років будуть такі люди, в яких прорве батарею, а під низом будуть жити його діти. І Господь цьому монтажнику, не дуже тверезому, дає оцю блискучу думку – завалити плиту. І завалити плиту таким чином, щоб вода пішла не до його дітей. Я не радію тому, що вода пішла до сусідки, яка є старою комуністкою. Ну, це так між іншим. Да? Це так між іншим, знаєте, між свій. Я кажу, Господь, який ти добрий, кажу, ти за 50 років вже спланував. Алілуя, слава! Брати, на той неділі прийшов я до свого приближеного друга з Богом. Він мені говорить, слушай, а он сам ездит на работу за 200 километров от села. В селе работы нету, ну как, трудно с работой. Официальная работа – это вообще большая проблема. И он такой замученный весь. Он ездит за 200 километров, на неделю уезжает на работу, потом через неделю приезжает, замученный, там перевозят они станки, технику. Я говорю, слушай, ты так поездишь год, и я не знаю, ты не выдержишь. Он говорит, что делать? Давай молиться, чтобы Бог тебе показал, что тебе делать с работой. Встали мы, помолились, Господи, покажи, что дальше делать с работой. И он уехал на свою работу на 200 километров. Через день ему звонит жена, говорит, слушай, Володя, возвращайся, тут тебе работу предлагают официальную в этом селе, газовщиком местным, в этом селе и в соседнем. Он бросил ту работу, приехал. Сейчас официальная работа, официальная зарплата, да еще и газовщик. Это получается практически самый большой человек в селе. По оформлению всех газовых котлов и всего остального. Риша. Наближалося свято і немає в мене костюма. І якось моя тьотя позвонила і каже, приїдь до мене, у мене що за тебе є. Я приїжджаю, вона дає мені речі, достає костюм і говорить, ти знаєш, цей костюм вже новий, висить 12 років. Я собі думаю, Бог знав це, що 12 років тому назад він цей костюм повісив когось у шкафу в кульочку, новенький, польський, шерстяний. Це для мене було диво, слава Богу. У мене на тому тижні я монтажник кондиціонерів, і одна в бригаді ми ставили кондиціонери. І цілий день прийшов, щоб підвисити з люльки під кришу школи 2 по 100 кілограм кондиціонер. Але вони цілий день робили і не могли зробити. На наступний день залишили вишку,
І коли сказали, відмовилася та група, ну, бригада ставити ці зовнішні блоки, то сказали, хай ті, що внутрі працювали. А я з напарником працював внутрі. І коли я зійшов, помолився, щоб Бог благословив це, ми за час поставили два блоки. І коли ми спускалися, то мій напарник каже, що в цьому є. Я кажу, слава Богу! Приїхав в друге село і засипало снігом, і завтра можу вдома повернутися. А треба їхати сюди. І молилися. Зранку встав і вирішив піти пішком. Пішком додому, за села до Дубна, до сусіднього села. Як ішов, зустрів ще одного чоловіка, сподів можливість з ним поговорити про Бога. І потім до сусіднього села. Під'їхала машина, нас завезла в Дубно і безкоштовно. Так, як Ісус Христос. І тут я зараз. Братя, руки знімеш собі знову. Братя, мою жену зовут Оля, і коли я вчора должен був їхати сюди, прийшов со смени, і Оля говорить, що телефон, який я їй подарив місяць назад, упав, і у неї не працює екран. А я їй перед этим говорив, щоб вона не давала деткам телефон свій. Ну, як-то, тому що діти. Я говорю, і хотілося так щось їй сказати, висказати, ну там, ти, наверное, деткам давала. А потом думаю, нет, ни в коем случае. Просто, ну, скажу, Оля, давай помолимся. Мы встали с ней, помолились, я поблагодарил Бога и попросил, Господи, помоги, чтобы этот телефон работал. И вчера вечером, когда мы приехали уже сюда, она пишет смс-ку. Говорит, Ваня, слушай, я открыла программу, посмотрел, оказывается, там нужно было перегрузить что-то. Я перегрузил, и телефон работает. Но, говорит, я благодаря тому, что этот телефон у меня не работал, я для себя взял урок от Бога. Я, ну, так, слава Богу, думаю, слава Господу. Телефон работает, и жена взяла урок. Я тоже хочу поделиться, братья. Мы начали ездить, взяли одну семью, она очень бедная, и там пятеро детей. Муж встает в 3 часа ночи, идет воровать дрова, потому что нечем топить. У них, мы приехали, когда в воскресенье, к ним домой. Муж спал, потому что ему негде спать, все койки заняты. И он отсыпался, чтобы ночью встать, потому что он спит на полу, прямо на земле. И мы привезли кресло-кровать туда, и мы начали с ним общаться. А в тот день, когда мы были в очередное воскресенье, после пятых родов, мама ихняя, ее, ну, не знаю, что случилось в голове у нее, и она ходит, ее так болтает. И очень сильно, во-первых, позвоночник у нее болел, и очень сильно пекла спина, очень сильно. И мы с женою, ну, положили дети, положили руку на маму, я поднял руку, и мы молились об этой женщине. И эта женщина уже свидетельствует, что как только вы уехали, перестала совершенно болеть спина. И, ну, слава Богу. В неділю я їхав із служення з Ніколаєва, на трасі підібрав бомжа. Як їхав, вже він час у мене, як їхав сюди, він вже читав Євангеліє з Луки. Последнее время только, ну, дела Божьи дивные, совершенно дивные. Понимаете, я вот когда приехал сюда, ну, начали задание вот это находить, ну, найти ОНЦ, значит, место. А я женился, Бог мне дал жену. Вот. Вон, 120 квадратов. Я не знаю, правда, что с ним делать, ну это. А рядом большой флигер. У меня до этого такого не было. Мы помолились с женой и отдали этот флигер под, ну, церковь. Теперь я живу на этом месте. Ну, то есть организация новой церкви. И
кажется, мне надо было это самое. Ну, надо с мужчинам. Я новый человек в этом селе. И кого узнал, я подхожу, говорю, давайте мы познакомимся. Это же будет, я вас узнаю. И я расскажу вам, ну, про себя, как я пришел в Богу. И вот, ну, представляете, я в 17-15 лет попробовал наркотик первый раз. И всю мою жизнь была это сплошные наркотики. Сразу это трава, потом опиум, потом первентин, все это наркотики, которые можно, я их делал раньше. Бог меня от этого все освободил, и они смотрят на меня большими глазами такими, ну как, вот я и это самое. У меня есть группа. Вот буквально вчера я увидел опять же, ну, на себе и действия и сатаны, и как благ Бог. Мы сюда ехали, вот я заходил в поезд с билетом. Я зашел с ним и шел, посмотрел по этому билету места, потом подошел, вытащил два билета, вот, и один надо же положить, а другой, думаю, сховать, ну я сховал, вот, который сховал остался, а который тут положил, его нету. Мы вышли с поезда, так этот билет не остался. Ну, мы помолились, и меня по электронном виде, ну, прислали мой тот билет. И вот я приехал сюда. В общем, сплошные вот эти... Вот, это просто божьи чудеса. Вот, ну, все, спасибо. Так, кто у нас там наступный? Ой, я забыл сказать. Артем Литвин, бери Сергея Петура и иди сюда. Я два слова, можно сказать? Попробуй. Петя просто не договорил. Вот задание же было ходить по селу и искать место для ОНЦ. Ну так а что ходить, да? Флигель, он конкретно сразу решил вопрос и никуда уже не ходит. Раз из двери в двери вышел. Из дома сразу в дом молитвы. Аллилуйя. Артем, вам слово, Боже. Чего говорить-то? Свидетельство. Свидетельство. Те, что вы вчера рассказывали нам. Ну, значит, я с Донского, с Донецкой области. Получается, до того, как я приехал сюда, я начал уже встречаться с ребятами. И у меня было пробуждение. Я сам в колонии покаялся. И после того, как я освободился, начал встречаться с людьми, показывать им фильмы дома, на работе у себя, читал с ними. Вот. И после того, как ну, у меня пошел в этом как бы успех, Бог начал благословлять, Артем меня пригласил первый раз на конференцию в Мариуполь на МЖМ к Аврааму. Вот. И после этого я начал уже группу проводить. Первый раз ребята начали тянуться, я видел Божью руку. Один человек уже родился свыше, второй вот ждет, когда я приеду с Киева, хочет примириться с Господом, хочет стать дитя Божьим. И ну, я очень рад, успех есть в этом. Ну и, конечно, есть тот, который, кто палки в колеса вставляет, который не хочет, чтобы я этого делал. И препятствия разные со стороны родных, близких и вообще в целом. Бывают обстоятельства, что заставляют сказать, типа, ну, может в этот раз нет, не поеду, или там, ну, как-то вот, ну, мысли приходят все-таки. Вот. А так, в принципе, я очень рад и думаю за это, переживаю, и есть успех. Я, ну, благодарен Господу. Все, спасибо. Братья, ну, что о себе рассказать? Раб ничего не стоящий. Да, надо о Божьем величии рассказать, да что о себе рассказать, о себе нечего. Долгое время у нас не было в церкви движения, пробуждения. Я не проповедовал на тему благовестия. Я принял решение не проповедовать на те темы, которые я не делаю в жизни. И очень долго не проповедовал благовестие. Господь всегда побуждал мое сердце. Это ненормально, это неправильно. И потом, когда мы начали работать вот служение НЖМ, благовестие мужчинам, то начался процесс. Представьте, я приехал на конференцию, а Рама говорит, где мужики? А я понимаю, я даже в список никого не могу написать. Реально, ни одного нету.
я хотя и, ну, и на работе с людьми разговаривал, и там список некого написать, нет контактов, нет отношений. И мне так стыдно было, Авраам говорит, пиши, типа, надо, чтобы люди были. Я давай думать, там, выдумывать, фантазировать, соседей писать там своих, ну всех кого угодно, лишь бы написать. Знаете, прошло время, и Бог сделал так, что вот была уже одна группа, которая уже из них, которые покаялись, они на основах христианской жизни учатся, три человека. Теперь вот следующая группа Господь послал, тоже парни, мужчины, и очень много контакта, очень много отношений, и Бог открывает новые контакты, новые отношения. Я знаю, что мы этот список сегодня из 6 пунктов писали. Я написал там 13 человек, которые есть, и это не все. Настолько Бог много посылает мужчин тогда, когда мы начинаем молиться, что у нас есть отношения, они приходят на встречи, то есть они хотят встречаться, они идут на контакт, они приходят на молодежные. Пешая молитва, вот с Сергеем мы ходим по поселку, молимся. И вот по тем улицам, братья, по тем улицам, по которым мы проходили и молились, Бог из этих улиц посылает мужчин навстречу. Мы их встречаем буквально везде, и Бог отвечает на молитву. Вот то, о чем мы просим, Бог нам дает. Поэтому велик Господь. Он посылает идеи для благовестия. У нас церковь очень сильно, мужчины боятся, ну как бы, ну, кому легко заговорить на улице с незнакомым человеком? Александру Михайловичу одному, он уникальный человек. Нам всем остальным реально страшно. И мы придумали такую штуку, мы назвали ее платформой. Мы договорились с Дворцом культуры и начали показывать просто христианские фильмы. А потом после фильма необходимо, чтобы каждый подходил в холле, пили чай и знакомились с неверующими людьми и молились за ними в холле, за этих людей. Уже есть платформа, фильм. Мы очень легко можем начать, ну, разговаривать с людьми. Там. А как вам фильм? А как вы пришли сюда? А как узнали о фильме? А у вас есть проблемы? Есть переживания? А Бог в моей жизни чудо сделал. Хотите, я вам расскажу? И таким образом мы начинаем разговаривать с людьми, потом молимся за них в холле, меняемся номерами телефонов, и через неделю созваниваемся и предлагаем регулярно встречаться для того, чтобы читать Писание и молиться. И Бог повел нас дальше, дальше, дальше. Появляются новые идеи, новые платформы, которые мы делаем. И Бог присылает новых людей. Мы их приглашаем на встречи, начинаем с ними встречаться, читать Евангелие от Марка и приглашать к тому, чтобы родиться свыше, объяснять, что для этого надо. Поэтому Бог делает потихоньку, капля за каплей, капля за каплей, капля за каплей. И получается океан Божьих благословений. Ну, очень коротко, мы проводили 2 недели назад праздник зимы. Чуть такое. Просто придумали, идея пришла. Вот ехали с братьями. Братья, что сделаем в поселке? Давайте хоккей. Мужики любят хоккей. Давайте устроим хоккей. Ну, чисто мужской вид спорта. Давайте. Закупили коньки, клюшки. Все как надо, потому что ничего этого не было в наличии. И развесили объявление по поселку. Приходите, устроим праздник зимы. Там перетягивание каната на льду. Там хоккей. Просто катание на коньках. Ну, мы думали, придет человек 15-20, ну, до 50 максимум. Поставили палатку, чай, развесили баннеры, 10 заповедей, молитва «Отче наш», которые здесь брали. Прямо на палатке, посреди ставка. Канатом натянули, расчистили площадку для хоккея, приготовились. Братья, народ как начал туда идти. Что потом мэр звонит, говорит, ребята, вы что там устроили, нас не предупредив. А мы даже не знали, что такая толпа будет. Мы не смогли посчитать количество людей. С семьями, с детьми, с мужики, молодежь, подростки, дети, все подряд. Мы думали, лед провалится. Ну, лед вообще толстый, слава Богу, сантиметров 35 было. Настолько большое было движение и влияние. Люди говорят, мы в захвате, нам нравится, нам интересно. Кто вы такие? Мы же говорим, христиане, мы приходите на встречи. Ну, начали использовать, ну, эту возможность. И вот в это воскресенье у нас будет еще один праздник зимы, 2. Потому что люди просят, говорят, мы хотим этого. Ну, мы хотим общаться, нам нравится. Ну, и таким образом мы создали, ну, такую платформу, которую Бог нам показал. Для того, чтобы налаживать контакты и просто разговаривать с людьми в непринужденной обстановке посреди ставка. Молиться за них и приглашать их на встречи, на группы. Ну, много есть идей, братья. Если кому-то интересно, подходите, я подробно вам могу детали рассказать, как это сделать.
ну, для того, чтобы ну, осуществить у вас в населенных пунктах. Это возможно? Это... Крещение приняли, да? Братья, наша цель, не важно, что мы делаем. Главное, чтобы Иисус был центром их жизни. Не важно, то ли коньки, не важно, то ли показ ДК фильмов, не важно, какие-то мероприятия, это не имеет смысла. Главное, Иисус в центре. Вот что самое главное. Поэтому их взоры должны быть направлены к Иисусу. Все остальное не имеет смысла и значения. Слава Иисусу за это. Дякуємо Тьому, дякуємо Сережу. Хотів би додати, зараз будемо співати. Хотів щось додати до ваших слів. Він сказав, Ісус має бути в центрі. Тільки вам треба переконатися в тому, що в центрі воскреслий Ісус. Люди хочуть знати, а чого Ісус на хресті помирав? He died to give us new life. Він помер, щоб дати нам нове життя. Нове життя для мусів. Нове життя для чоловіків. Ісус помер, щоб дати нам нове життя. І Він воскрес, щоб дати нам нове життя. Let's sing a couple songs of thanksgiving. Давайте заспіваємо пару пісень подяки. Ми запрошуємо сюди вийти Миколу Васильовича Максимюка. Брат також поділиться свідоцтвами про те, що Господь робить у Миколаївській області. Може, до Миколаївської області більше брати, може, чим наші поділитися. Але я хочу сказати, що Бог знає наші переживання. І крім всіх переживань, які є в нашому житті, є переживання духовні. І в мене переживання було про те, що ну, десь недостатньо я святкую, недостатньо десь я, може, часто спілкуюсь з людьми невіруючими. І ну, це, може, десь ми занижаємо, але це дійсно так. Ми часто опускаємо ту можливість, яка є в нашому житті, і просто людей відпускаємо від себе ні з чим. І тому Бог, знаючи це переживання, дав таку нагоду, щоб ми тут збиралися. І я чув ті кроки, які можна робити десь до тих мужчин, про яких ми тут часто говоримо. І далі Бог бачить моє переживання, що не кожний мужчина, як ми сьогодні чуємо, легко дається на розмову. І це переживання також в моєму серці було за окремих людей, які десь близькі моєму серцю, десь знайомі, але живуть своїми цінностями. І знаєте, декілька таких моментів, які я хочу сказати, що Бог знає наші переживання, наші молитви, наші бажання. І буквально недавно, це якби такий свіжий приклад, я декілька раз намагався зустрітися з одним чоловіком. І він не знаходив часу для мене. І потім я думаю, що робить? Нема часу у людини, нема, мабуть, так треба. І думаю собі, кожна людина, вона або наближається до Христа, або віддаляється. Так я собі побачив, якби з практики, що так буває в житті. Або наближається, або віддаляється. Думаю, може це та людина, яка віддаляється від Христа. Так я допустив такий сумнів в своєму житті. І в четвер стою, в середу, це було в середу, бо в четвер ми виїхали. Стою, і де цей чоловік? Я на вулиці стою, і йде цей чоловік. І ви знаєте, він йде і прямо до мене йде. Підходить і сам починає розмову, насущну, актуальну, духовну розмову зі мною. Розказує про свої проблеми, розказує про свої переживання, про все, що в нього на серці. Потім я починаю розуміти, що ця людина, вона дійсно приближається до Христа. І каже, що мені... ми почали потім за друзів його, почали за відношення його, друзів до нього, за його відношення до друзів. Він каже, в мене нема друзів, але в мене є один друг,
І знаєте, цей друг, про якого він почав говорити, я не знав, що він його друг, він також в моєму серці був. І цей друг іде на зустріч, і вони вдвоє цей час стають коло мене, і ми далі ведемо розмову. І ви знаєте, і тут я, ну, вже ми поговорили, дуже гарно, дуже так, ну, от відкрито, і я тут з ними молюся, просто їх обіймаю, і ми молимося, знаєте. І вони як ті вівці, такі, знаєте, покірні, стоять і десь, бачу, вони схиляються, схиляються таке, знаєте, враження, що вони підкоряються молитві. І потім, коли я вже помолився, сказав амінь, дуже сказали амінь. Знаєте, мене тричі дякували, тисли мені руку тричі. Знаєте, це чудо, яке Бог зробив в результаті того, що Він знає наші переживання. Сьогодні, ну, є чотири мужчини, які проходять курс ОХЖ. І також є чотири таких мужчини, з якими я зустрічаюся. І це може не так все просто, як ми інколи говоримо. На все це треба десь переживання, десь треба думати, молитися, десь треба, ну, шукати, ну, Божої допомоги, віддати це все в руки Божі. І Бог побачить, як Він гарно це все робить. Дякую. Дякуємо щиро, брате. Дякуємо, Микола Васильович. Брати, це чудове свідоцтво. How did Peter get out of jail? А як Петро вийшов із в'язниці? Yes, okay. Так. An angel brought him out. І ангел його вивів. But who got the angel moving? Але хто задіяв ангела? Хто ангела запустив у дію? Right. Молитва. Our brother. Наш брат. Okay, Микола Васильович. Okay. About this man. Думав за цього чоловіка. And like Artyom. Який Артем? Thinking about his soul. Думав за свою душу. A man is coming to Jesus or he's going away. І чоловік або йде до Ісуса, або йде геть від Ісуса. And he prayed. І він помолився. When he prayed. І коли він помолився. The angel came. Прийшов ангел. Hey, you better go. І став штовхати чоловіка. And there comes the man. І ось іде чоловік. And there comes his friend. Ось приходить його друг. Do all of you have the poster? У вас у всіх є постер, God, на якому написано: a man that needs. Боже, пошли мені того чоловіка, який має потребу в тобі. У кого такого постера ще немає? You better talk to Lena and buy that poster. Краще поговоріть з Леною і придбайте такі постери. God, Боже, пошли мені чоловіка, який має потребу в тобі. This is exactly a testimony about the man of peace. Це точне свідоцтво про людину миру. Now, I want to ask one of the brothers in Odessa. Я хотів попросити одного з братів з Одеси. Саша, може ти? He gave a ride to somebody, I think. Ти там підвозив когось, ти казав, здається. Потім хтось народився згори. And then a day or two later he got a job. Потім там через день-два робота у чоловіка з'явилася. Це ти розказував там? Виходь сюди. Розказуй. То, що підвозив, то события вже, ну, вже має время. Вот, ну, я принял решение, что машина моя просто ездить не будет. То есть я так, это решение у меня есть, я всегда подвожу людей, и Бог благословляет. И, ну, было событие раньше, когда подвез человека, вот Андрей сегодня в собрании с нами здесь, вот, и мы с ним общались, я предложил посещать его семью, посещал, вот. Его жена его, можешь поставить возле меня, если хочешь. Где можно, пожалуйста. Вот. И вот я посещал, мы общались, и через малое время он покаялся, жена покаялась, мама, вот, дочка приняли крещение. Вот. Но это было не так вот свежо. Вот. И Бог много сделал в жизни его, вот, я рад за его семью. И в том месте, где он находится, мы пытались создать церковь, у нас не получилось, но через Авраама Бог опять как бы вот зажег это желание в сердце, потому что я переехал с города вот с БГТ, чтобы оттуда достичь сел окружающих. И буквально недавно я
подвозил людей через его село, с его села. И один из мужчин, я подвез его женой, мы остановились и беседовали, помолился над ним. И на той неделе, на прошлой неделе, я посетил его, мы с Андреем посетили его дома у него. И такая мрачная была обстановка, вот, и он говорит, вот проблема, работы нету, говорит. А там, ну, мы знаем, что в селах, да, там с работой это очень большая проблема, особенно если село далеко от города, нет электрички, это вообще, это катастрофа. Ну и мы общались, молились, и нам будем молиться, для Бога это ничего невозможного. Вот. Мы помолились в воскресенье, в четверг я ему звоню, он говорит, слава Богу, я уже на работе. Я хотел позвонить ему по другому вопросу, ну, взять с собой вас, чтобы общаться, по ясным городу на машине. Он говорит, не могу, я на работе, слава Богу. Вот. И, да, и мы планируем этого человека, еще людей, вот, может быть, в следующей неделе, начать там группу по изучению Библии, в эту такую домашнюю, Андрея дома. Там уже собрались люди. Ну, я понимаю и вижу, что Бог делает очень много в жизни всякого человека, особенно тот, кто видит то, что Бог делает. И вот на этой неделе там один брат помогает делать ремонт дома, и получается, там есть сосед, который был очень сильным противником Богу. Вот. И он не принимал слова, он противился, он, ну, вел такую безобразную жизнь. Но получилось так, что вот на этой неделе тот человек, он пришел, и мы, когда делали ремонт, у меня помогает этот брат, мы включаем проповедь, слушаем Слово Божье также. Вот. Он пришел и начал слушать это Слово Божье. И мы видим, что, ну, действительно это сердце поменялось, и он начал слушать Слово Божье, начал задать вопросы. Он уже, мы пригласили его в церковь, он уже раз поехал в церковь, вот был и Саша, один раз, в это воскресенье последнее. Вот, я вижу, что Бог действительно действует, и еще много других, ну, можно говорить очень много, когда видно, ну, Бог действует, особенно вот, когда есть новая сила, новая волна такая, которая вот произошла отсюда также. Вот, слава Богу. Поменяли ведро на трубу, тогда пошло дело. Когда ведро заменили трубой, Дякуємо, Саша. Дякуємо. Моліться. Моліться. Боже, пошли мені того чоловіка, який має потребу в тобі. Цей брат помолився. Сусід, який бунтував. But God was working in him. Думав, але чоловік-то працював. And he comes. І той приходить. Oh, this is about the Bible. А, це ж про Біблію. The Bible is good. Ага, Біблія штука хороша, прекрасна. Oh, that's what God is all about. А, так ось в чому Бог полягає. Do we have any other testimonies? І ще є свідоцтва about a new believer, про новонаверного, that you led to the Lord, якого ви привели до Господа. And after he repented, God did a miracle for him. І після того, як він покаявся, Бог зробив для нього чудо. Є такі свідоцтва? Свідоцтво про новонаверненого, який покаявся, і Бог зробив для нього чудо. На тебе мікрофони. Ми з братьями посещаємо городок біженця у нас, рядом, недалеко від нас, від нашої церкви. Уже довгое время посещаємо. І приїхав такий Руслан, він бувший моряк, много ходив в плавання, приїхав, сім'я розбита. І ось цей Руслан, він слухав Слово Божье, ми з ним общались, у нього не було роботи. Він так іскренне. Он был в каких-то христианских центрах, но не выдержал там, в реабилитационных центрах. И вот появился он на городке, мы приезжали туда, приглашали в церковь, мы с ним подружились. И мы тут же с ним помолились, вот, поднял руку к Господу о работе. Он искренне хотел работать, он не хотел воровать, не хотел в запой опять входить. И я говорю, я не знаю, как поможет Бог, но я знаю, что он это сделает. И буквально, и вот он покаялся, он обратился к Господу, и он такой жизнерадостный. Всегда, когда мы приезжаем, мужчин не так много приходит, но он всегда приходил на это общение христианское. И буквально через некоторое время, там неделя прошла, он шел по городу, где бы он ни обращался, не было работы. И он зашел в одно случайное место ритуальной услуги, и тут же нашлась ему работа, хорошо оплачиваемая, и он такой счастливый, радостный, говорю,
Руслан приехал в церковь. За что благодарить будем? Вот за работу. А о чем просить будем? Ничего не будем просить. Говорит, я благодарю его, что я могу сейчас там курточку купить себе. Радость у него такая. Вот сейчас мы с ним созваниваемся, и он радуется в Господе. Благодарит. Братья, обнимаю вас. Вот уже такие братские отношения. Слава Господу! Любые браты, we need to add testimonies to our worship. Нам до наших богослужінь треба додати, оці свідоцтва. I don't hear that in Ukraine anymore. Я такого в Україні більше не чую, і в Америці більше не чую. We need to add нам треба свідоцтва додати до наших богослужінь. We need to train our people to нам see треба what Jesus навчити наших week. Людей, щоб вони бачили, що Ісус робить кожного тижня, кожного тижня. І мати свідоцтва. If you have three testimonies like here, якщо б були такі три свідоцтва, вони більш важливі, ніж все богослужіння разом. Because of course the pastor knows everything. Звичайно, пастор знає все, він знає, як проповідувати треба. Але свідоцтва. From Radovich Slent Церкви. Рядових членів церкви. You need to add it to your worship. Їх треба додати до вашого Господа. Let's sing and then we're going to have a 10 minute break. Давайте заспіваємо і потім 10 хвилин перерва. Then we're going to continue our prayer. А потім ми продовжимо час молитви.